Телеканал «Бобруйск 360» продолжает рассказы о народных героях, которые, не жалея времени и сил, а зачастую собственных средств, воплощают здоровые инициативы в жизнь, не требуя взамен ровным счетом ничего. Мы побывали на хоккейной коробке в 7-м микрорайоне, теперь заехали в гости к жителям Крылова, 19. Согласны, на первый взгляд, ничем не примечательный двор. Если бы не одна очень важная деталь. Детская игровая площадка тут – симбиоз труда жителей дома и органов местной власти. Выбрали мы инициативную группу. Договорились, что частично деньги будут за счет товарищества собственника, то бишь самих жильцов. Я обратилась вышла на исполком с этой инициативой. Меня там поддержали. Когда все вопросы были урегулированы, немедленно принялись воплощать свои задумки в реальность. Благодаря чему появились качели, горки и турники. По признаниям местных жителей, большая заслуга в этом и администрации Ленинского района, которая помогла и с техникой, и с рабочей силой. Так как это дом долевое, все хотят жить комфортно, удобно, чтобы и дети было, детям где-то было поиграть. Поэтому решили сложиться за свои деньги, построить эту площадку. Видеонаблюдение есть, то, что хорошая площадка находится, то, что жильцы хорошие очень. Конечно, одной игровой площадкой, как нам рассказали, здесь не обойдутся. Уже весной будут высаживать деревья и благоустраивать территорию. В общем, делать все для того, чтобы жить было комфортно. Но на этом народные герои, которые отличаются особым отношением к тому, как распорядиться своими возможностями, не обязательно финансовыми, не заканчиваются. Построили детскую площадку, помогли пенсионерам отремонтировать дом или организовали футбольный турнир. Напишите нам в социальных сетях или присылайте ваши истории на нашу почту. И мы обязательно про вас расскажем. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.